Город. Утро в городе доброе. Желаю всем хорошей, приятной, позитивной игры. Первый игрок, госпожа Котик, открывает стол. Мяу. Ну, что я могу сказать? Желаю всем хорошей погоды, целых машин, вот, да, и спокойного неба. Ну, что они там болтают? Да, зрительно? Всех люблю. Долгих лет жизни. Банки, да, безусловно. Взял. Волшебное слово забыли. На букву П. Фол. Пожалуйста, пас. Спасибо. И вам тоже. Спасибо. Минута два. Выставляю для танцев. Принято один. Мне один вообще не понравился. Это такой контраст вот между первой игрой, когда она сидела на три там. Мне она так понравилась, я что-то весь стол переубедил, что нет, вот три там. Фу, не надо с ней играть. Ну ладно, может быть, я была рядом с ней, я отстрелилась там. Ну, может быть, взяла, заподозревала, а вот была права. Потом, когда на прошлой игре сидела на 5 тоже, ну, опять же, ну, мы были в разных командах, но неважно, там красный цвет это вот видит. А сейчас что-то мне совсем не понравилось. Игрок сидит, не знает, что говорить, что-то вот повторяется и пытается как бы заиграть вот с города, пытается понравиться. А ни на 3, ни на 5, она не пыталась кому-то понравиться. То есть, нравится игрок, она выставляет, топит, все, неважно там что. А сейчас вот ищет с кем-то поиграть. Ну, в общем, мне понравилось ни один. Может быть, там на следующий круг там что-то поменяется. 10 секунд. Но пока нет. Так что играют 2-0. Один подозреваю. Вот не то, что там за скобки или что-то, я подозреваю. Да получится, потом не получится. Это другое. И у вас время. Спасибо. Минута 3. Ну, может, уже попробовать в третьей игре победить, получить новых игроков. Думаю, не так сильно болезненно будет, если поломать в один друг. И потерять, я тоже поздравляю. Мне показалось, что две игры она такая была положительная, такая теплая. А сейчас что-то как будто нервное было. Это реакция на 7-8 мне понравилась. Но сказать, что точно черная, ну, нельзя сказать. Вот. Человек первый раз сидит на один, а вдруг она достала как будто левую карту, еще мало. Вот поможет быть такое? Могло быть теоретически. Немножко волнуется. Но рассуждения два мне очень близки, я вот полностью 28. Играю сейчас более-менее уверенно с 2. И на один посмотрим на попили, вы знаете, что такое попили, это очень. Невероятная игра, невероятно важная мафия, особенно по нулю. Причем можно троих или видно, как будто 10 секунд. Троих на нуле. Отлично же, по-моему, вообще. Целых три поговорил, куча информации делал. Ну не сейчас, сейчас время. Сейчас по-простому. И у вас время. Умерьте жестикуляцию, игрок номер 8. Минута 4. Я показал котика, ну как-то не совсем, наверное. Вот. Да, один, у вас, конечно, поменялся эмоционал, ни о чем не говорит. Вот. Запретное слово на тупы, это просто теперь все. Это должно войти в канон. Игры мафия, уже все должны говорить именно и слово на букву П, и потом ведущая будет принимать это слово на букву П, как будто как то же самое, как запретное слово. То есть мне это очень понравилось. Два. Чего про один вообще не поговорили? Ни слова. Просто это что-то. Три. Где ваша позиция один? Вы с один вообще играете? Нет? А что вы не сказали это? Вы только про два и говорите все. Я не знаю, что... Посмотри, а теперь посмотрите на реакцию 2, которая выдвинула эту претензию. У нее нет никаких примеров, она знает, что она поговорила про 1. И поэтому эта провокация, она просто, типа, ну, очень хорошо, типа, кидаешь, да, давай я тебя послушаю. Я с 2 играю, молодец. А вы-то что ведетесь? Вы же знаете, что про 1 поговорили. Я знаю, что вы 1 поговорили. 10 секунд. Давайте поиграем в поезд, я присоединюсь. Есть хорошая игра по мультику, играть, я присоединюсь. 2, 3, 4, сейчас еще и 5 к этому поезду присоединится. Ну ладно, он выкинет кого-нибудь. Он не любит все вагоны. И у вас он время. Он любит только красный вагон. Спасибо, минута 5. Я вообще готов играть 1-5, потому что она
как говорит игрок номер два, она не может знать, как она играет черный. Да, может быть, во-первых, это, во-первых, она первый раз сидит на первом номере, заметили это, а во-вторых, вы не знаете, как она играет черный. То есть то, что эмоционал поменялся, причем вы так сказали в конце своей речи, что она, я так уверенно не играю, вот реально мне не понравилось один. И поэтому я могу предполагать, что между 2, 3, 4 сидит, может даже не один, может сидит даже много черных, которые просто решают в один и готовы просто ее снести, допустим, при 9 дать ее какую-то проверку или так далее и тому подобное. Поэтому я не знаю, какого цвета один. Я не знаю, мы не видели ее черной. Мы не видели ее черной. Поэтому, ну хорошо, мне придется теперь думать, кто между 1, 2, 3, 4 поговорил покраснее, поскольку я не знаю. 10 секунд. Так. Если 4 так уверенно заигрывает 2 и дает провокацию, ну давайте я поиграю 1, 2, 4. И у вас 1, время, 2, 4, 3, 4. Спасибо, минута 6. Только красные вагоны. Фол ведьмак. Я поиграю 2, 4 пока что. В 5 меня смутило, что он, говоря о том, что непонятно, как играет один, при этом берет ее смело к себе в команду. То есть, ну, мы же не знаем, может, это как раз и есть ее черная игра. Но при этом также согласна и с мнением, что она просто сидит на единице, и ей нечего было особо сказать. Хотя, сейчас скажу насчет 3. Прости, пожалуйста. Я не говорю, ну, не говорю, что игрок номер 3 как-то черный. Я хочу еще послушать в дальнейшем, что будет говорить игрок номер 3. Не смотри так, пожалуйста. Мне понравилась очень провокация от игрока номер 4. И мне показалось это довольно интересным опытом. И поэтому я решила сыграть 2-4 насчет реакции. 10 секунд. Это было здорово. Поэтому, да, 2-4 играю. 3-5 надо, ну, 1-3-5, да, надо слушать дальше. Спасибо, пас. И вам спасибо, минута 7. Спасибо, минута 8. Оставляю 7. Будет принято 7. Разговаривать, что это такое. Смотрите, я сыграю 2-4, просто потому что один, даже если она черная, но она ничего не сказала, она не говорила ни на какой цвет, и не, ну, не понять без какой-то ее оценки людей. Поэтому я ее пока что просто оставляю. Вам не понравилось, но мне показалось, достаточно был жесткий въезд. Ну, как будто, не знаю, жесткий, но все по факту, поэтому я сыграю с 2. Вот. 3 вы просто немножко помазали, но сказали в целом то же самое, что 2, но было просто очень смешно, как вы сидели, когда вам 4 втыкал, у вас такое лицо было, типа, ой, я не знаю, его не показать, просто вы все, вы в жизни полностью разочаровались, вот, вот 3 нужно переслушать, потому что была очень похожая позиция на 2. 4 мне понравилось чисто за то, что это было смешно. В 5 он сначала говорит, я играю, ну алло. Что ты? 10 секунд. Что? Сейчас, 5 сначала говорит, я играю 1-5, а потом берет себе в команду Асалит, прям под самый конец, переобулся, так очень странно. И 6 мне понравилось, как поговорить. Поэтому 2-4-6 у меня, где у меня 2-6, потом 4. И у вас время, спасибо, минута 9. Так, номер 7. Зачем вы мою речь взяли? Непонятно вообще. Так, ну номер 1 правда эмоционально вообще по-другому. Ну и, как сказал номер 5, ничего сказать мы про это не можем. То ли действительно первое место, то ли красное-черное, вообще не ясно. Наезд номер 2. Ну, тоже очень рисковат, мне понравилось. Ну, номер 3. Гладко все сделал. Номер 4. Красиво. Номер 5. Ну, в принципе, эмоционально красиво, да. Номер 6 по существу. Номер 7, я бы сказала, забрал мою речь. Номер 8. Наверное, я проиграл с ним. Пас. Спасибо. Минута 10. Так, у нас 1-7 видится. Выставляю 1, выставляю 7. Выставлены. То есть все, 6 по 10 голосуют в 1. Почему нет? 6, 7, 8, 9, 10 голосуют в 1. Все остальные сидят. Смотрите, я сыграю команду 2, 3, 4. Один, ну, просто ничего не поговорила, ничего про нее сказать нельзя. Два, что она сделала, она проанализировала один по ее прошлым играм. Поэтому два, я сыграю два, три, смотрите, три тоже проанализирует один по ее прошлым играм. То, что он как-то отреагировал на провокацию 4, это не дает ему никакого вообще чернения. 4 начал говорить, и 3 такое, а сейчас что ты такое говоришь? Сейчас будет голосование, вы сидите вот так, вы голосуете в один. Ага.
То есть 3 никак как-то плохо на провокацию 4 не отреагировал. 4 поиграл, потому что он сделал провокацию. То есть он искал цвета, да? Поэтому за это поиграют 4-5, они играют, потому что он сыграл сначала 1-5. Я считаю, что 1 не за что играть, потом сыграл 1-2-4. Почему он выкинул 3? Мое мнение, что 3, ну, просто не за что выкидывать. Смотрите, 6 сыграла 2-4, то есть тоже выкинула 3. То есть, да, тоже непонятно за что. 7 просто... И у вас время, 8. Спасибо. Итак, после... Всех мы переходим на голосование. Убрали руки и локти с игрового стола. На голосование выставлены игроки 1-7. Голосуются в порядке 1-7. Один, кто за то, чтобы город покинул игрок номер один. Спасибо. Это 5, 6, 7, 8, 9, 10. И оставшиеся голоса поставьте. Уходят игроку номер 7. Игрок номер один, вы набрали большинство, у вас минута попрощаться, вы можете оставить 3 красных и 3 черных под протокол. Ну, оставляю... Мазя. Ты шериф? Я шериф. Не страхуют по нулю, сколько говорить, 5 улетает следующим кругом. Это второй фол. 2-7-10, Баба Яга против. 2-7-10, принято. А красных... Да, все. Итак, город уходит в ночь. Коварная мафия достает пистолеты и выходит на охоту. Мафия проходит мимо игроков. Ой. Мафия замерла. Город продолжает спать, просыпается только игрок номер 6. Госпожа учитель, вас убили, у вас право оставить лучший ход 3 игрока, только 3 цифры. Вот это неожиданность, я не шериф. Вы можете назвать сейчас 3 цифры. Все. Фол и вообще это удаление со стола, но так как вы новый игрок, в это время вы ничего не говорите, ничего, вас нет. 3 цифры, у вас на это 20 5, секунд. 5-7-10, оденьте маску. Наденьте маску, неважно. Будьте в маске. Доброе утро, город. А у вас минута. Спасибо большое. Меня просто не спросили первый, поэтому я не обращала внимания про лучший ход. Так, ну что сказать. Насчет игрока номер 5. Если я правильно заметила, он все-таки действительно пытался подстраховать. Он первый поставил руку, нет? Нет, я понимаю, что не страхует по нулю, что он в принципе не должен был этого делать, и что, исходя из этого, он в принципе должен уйти, просто потому что так нельзя делать. Но если рассуждать просто вот... Нельзя рассуждать? Спасибо вам. Спасибо и вам. Вы можете 3 красных, 3 черных под протокол. Ну все, она уже сказала. Ну куда уже? Все, стол открывает игрок номер 2. Так, игрок номер 4. Давайте пообщаемся. С вашей точки зрения я поняла, теперь вы слушаете мою без вот этого вот всего. Когда вы будете говорить, вы скажете, может быть, стол примет ее. А сейчас говорю я, окей? Окей, выставляю игрока номер 9. 9 принято. Потому что...
8 ценой фола говорит, игрок номер один сидит вот так вот, потому что игрок номер один не понял, а вы, обращаясь к игроку номер 9, вы голосуете в один. Игрок номер 9 ценой фола говорит, да, я поняла. При этом игрок номер 9 не ставит руку в один, у меня чесались руки доставить руку. Поэтому 4 хочет убеждать, что 5 уходит, убеждайте, нет проблем, я не буду жестикулировать даже на вашей речи. Но я считаю, что ломала именно 9. Поэтому для меня вот лично уходит 9. И сейчас я их послушаю. 10 секунд. Ну, вот так вот. Так, потом 3 меня, да, мне не понравилась вот эта вот реакция на провокацию. 10 мог бы озвучить почетче. Угу. Поэтому вот у меня 3, 9, 10, у меня вот больше подозрения туда. И у вас время, спасибо, минута 3. Так, у меня все наоборот. Все наоборот. Подозреваю сейчас 2 за эту речь. Как можно сейчас 9 въехать, я понимаю, например, человек играет, блин, первый раз пилит вообще. Я тоже считаю, что нужно сейчас 5 убирать, все равно 4 не даст 5 играть, 5 должен уходить, выставляю 5. 5 принято. Для меня очень подозрительно был скип 7, очень подозрительно. И вот если 5 уж лучше бы уже не доставили, лучше никто не поставил, чтобы 7 ушел с его речью. Мне кажется, это очевидно вообще. Между 8 и 10. Ну, 10 это, в принципе, провокации, все провокации. 10 мне речь понравилась, но не понравилась реакция на провокацию, когда он начал кивать, что я не поговорил на один, что-то. Тоже подыгрываешь, что-то, в общем, такое. В общем, это я заметил. Да. У меня 4 точно красных. 10 секунд. 4 буду играть. Я думаю, что скорее 8 красная. Ну, 9, конечно, поставила себе чуть-чуть. Но вообще, я не и у вас время, спасибо, минуты 4. Выставляю 5? 5 выставлен. Смотрите, сейчас такая ситуация. Кто сломал, уходит. Все, 3-3, так 3-3, пофиг. Сломал, тем более в шерифа. И как сказал 3, правильно сказал. Уж если сломать, то в того, во второго выставит. У первого нет шанса не выставиться. Его 2 выставит. А у семерки есть возможность. Поговорить, эти пусть уже если ломают, то пусть ломают 7, пусть 7 улетает, ну его нафиг. Поэтому за слом 5 уходит. Теперь у вас тройка черных должна быть только между игроками 5, 7, 8, 9, 10. Почему? 5 ломает шерифа в 1, 7 скипает свою речь, 8 активирует попил, 9 не ставит, когда ей несколько раз сказали поставить, 10 не объяснил попил. У вас тройка черных между 5. 7, 8, 9, 10. У вас секунд. Тройка красных, это 2, 3, 4. Мы сидим и решаем, кого мы убираем. Все, если 5 красных сломал в красного шерифа, то это все, как бы играется. Спасибо. Минута 5. Да, я, естественно, черный, понятно. Но вы действительно смотрели. А теперь послушайте меня внимательно. Послушайте внимательно стоп. Вы называете красные 2. 2 красные топит. Ваша красная 2 топит 9. Вы называете точно черное 9, потому что между 9. Нет, вы называете 9 черной. 9 черной. Теперь. Нет. Сейчас моя речь. Успокойтесь, господин Ильев. Пожалуйста, нет. Пожалуйста, не надо. Поэтому я считаю, что скорее черный 3. Да, я выставляю игрока номер 3. Послушайте меня внимательно. 3 принято. Да. Смотрите, 9 могла это сделать неосознанно. 9 это могла сделать неосознанно. Поэтому я вас топить не буду. Вы защищаете меня, вы топите 9. Но я уверен, я практически уверен, что делать сделал неосознанно. Я тоже это сделал неосознанно, я хотел, чтобы попил был. Понятно, да? Успокойтесь, господин ведьмак. И не дайте на это дело. Поэтому спасибо, не продолжайте. С игроком номер 4. Не надо мне вот этого счастья. Фол за задержку речи. Спасибо. Седьмой игрок, ваша минута. Выставляю игрока номер 5, выставляю игрока номер 7, выставляю игрока номер 9. 7 принято. Да. Я поговорю, я скипнул речь. Вопросов нет. Не знаю, ничего не придумал. Давайте выкинем 2 игроков сразу. Что у нас 8? Слом. От новеньких по ошибке или специальной? Что? Кто красный? Да если бы я знал, я бы уже говорил бы. Я не знаю, я и до этого ничего не знал. Я просто думаю, что нам правда стоит. Я думал убрать троих, но потом посчитал, что у нас шестого не хватает. Поэтому нужно брать двоих, я думаю. Я готов стать пятым.
за стол. 10 секунд. Да кто? Кто сломает? Да и у вас время! Не продолжайте! Минута 8. А вам не кажется, что у нас 4 мафии сидит за столом? Да, просто я почему-то после речи Морсов очень тяжело так кажется. Смотрите, я не видела, что было в той части стола, потому что я сидела вот так вот и показывала девятки, что мы ставим в один. Ну, мне кажется, видно было, как меня перекосило после этого. Я не видела, что случилось с 5. Вот, поэтому выставляю 5, выставляю 9. Я послушаю, что даже 9. Я вас очень прошу, а у нас потом люди не приходят. Не приходят люди второй раз, когда нет, нет, это вам тоже обращение. Умеете ли эмоционал? Это обращение к Джейку тоже. Тихо, тихо. Нет, без так. Вы тоже как бы хороши. Вы оба друг на друга начинаете орать. Все, тихо, пожалуйста, я прошу. 10 секунд. Надо послушать 9. Мне не нравится. Не 5, не 9, не 7. Ну не надо на меня так кричать. И у вас время. Спасибо, минута 9. Я вам, знаете, что скажу? Ну, домашнее задание на этой неделе мне уже понятно. Все вот эти штучки-дрючки, вот это вообще прям темное лезвие. Ну прикольно. Второй раз, если бы я вдруг... Нет, я хочу. Второй раз вдруг, если бы я не пришла, не из-за эмоций, а из-за того, что я туплю. Эмоции как раз классно, что они выкидываются. Ну, я, знаете что, ну, конечно, я выполню просьбу 4-го номера. 5-ку на выход. Все, последний. Спасибо, и вам минута 10. Так, вторая 5, вторая 9, вторая 7. Стоят. Все, все, отлично, все стоят. Смотрите, я поиграю пока что 2-3, 8 я не обсуждаю. Теперь смотрите, интересно, что у меня, смотрите, 4-5, там есть по-любому один черный, то есть, да, 5, то есть вообще непонятно, кто из 5-9 сломал. 9 не поставил, а 5 поставил, после 9 сразу поставил, да. То есть и 5, и 9, то есть там оба непонятно, кто сломал. Не, я же говорю то, что я видел. Кстати, хочу заметить, что 4 сказал, что меня звучит попил, я 2 или 3 раза сказал, кто куда голосует, и по цифрам назвал. Поэтому это тоже не аргумент. Смотри, единственное, что у меня, вот 4... Вот вы считаете, что у вас между 5-9, 5 почернее, да? У вас есть какой-то аргумент, кроме того, что он сломал? Нет, кроме этого, 9 же тоже ломал. Просто может быть, допустим, 5 красный, 4 черный, хочет вытянуть на 3 в 3, хочет его продлить секунд. Потом, что сломал. Вот то, что я думаю. Но 4 в любом случае сейчас трогать нельзя, просто моя догадка. Сейчас обязательно или 5, или 9. Что? И у вас время, спасибо. Итак, мы переходим... На голосование убрали руки, локти с игрового стола. На голосование выставлены игроки 9, 5, 3, 7. Голосуются в порядке 9, 5, 3, 7. 9, кто за то, чтобы город покинул игрок номер 9. Не убирайте руки, пожалуйста. Было 5, 8, 10. Спасибо. 5, кто за то, чтобы город покинул игрок номер 5. Спасибо, не убирайте руки. 3, 4, 7, 9. Спасибо. И игрокам 3 и 7 голосов не достается. У нас автокатастроф между игроками 9, 5 по 30 секунд. Госпожа Ларсен, 30 секунд. Пас. Спасибо и вам. Господин Джейк, 30 секунд. А теперь послушайте. Теперь послушайте меня внимательно. Игрок номер 4 говорит, что я его спрашиваю. Я черный вместе с ним. Он говорит, нет. А до этого он говорит речь, что между 5, 7, 8, 10 и 9 черный игрок. Так откуда вы знаете, кто черный, и говорите, что я точно не 7? Как? Нет, это вы сказали. Это вы сказали. Нет, это вы сказали на своей речи. Подтвердите, нет. Нет. А, сейчас вы говорите, что поднимается. Нет, нет, нет. Я выношу. Спасибо, у вас время. И мы переходим на повторное голосование. Прекратите жестикулировать, убрали руки, локти с игрового стола. На голосовании игроки 9-5 голосуются в порядке 9-5. 9, кто за то, чтобы город покинул игрок номер 9. Не убирайте руки. 2, 5. 8, 10. 8-10, спасибо. И оставшиеся руки уходят игроку номер 5.
Кто за то, чтобы оба игрока покинули? Не убирайте. 2-3. Спасибо. Спасибо. И крайняя речь игрока номер 9. Вас двоих проголосовали за то, что... Когда вам нужно будет разговаривать, расскажите, что это сейчас было? Ничего не поняла. Говори, а что говорить? Ну, хорошо, что я ухожу с номером 5. Спасибо. Вы можете оставить двоих, кого считаете красными, двоих, кого считаете черным, под протокол. Четвертый красный, десятый черный, да, наверное, все-таки. Седьмой черный, красный, восьмой черный, нет, сколько я черных посчитала? Второй черный, мне кажется. Вы уже оставили 8, 10, 4, 7. Благодарю. Спасибо. Попрощаемся с игроком. И, господин Джейк, ваш крайний. Да, пока вы не ушли, я говорю просто вот. Двухкратно. Сейчас возникла четность за столом. Четность за столом. Это значит, что господин Ведьмак своими криками попросил, чтобы ушел 5, потому что я сломал. Я сломал действительно случайно. Вы я выходите из игровой зоны. Я реально хотел, чтобы с вами случился победа. Я разговариваю. Во-первых, сколько вы помните меня на своей памяти, я никогда в жизни не ломал. Да, вы считаете 2, поставила вместе со мной руку, поэтому сейчас мой противовес снять 3 или 4 в любом порядке. В любом порядке снять 3 или 4. Понятно? Все. 9, я думаю, черное, 2 красное. 4 называет 2 красных, он не может просто тупо собрать команду. Все, 3-4. Пас. Спасибо и вам. Попрощаемся с игроком. И город уходит в ночь. Ночью был убит игрок номер 4, господин Ведьмак, ваш край. Так, слушай, меня, делаем только по моему завещанию, жестко по моему завещанию. 2, 3, 4 красные игроки, 100%, нет другого варианта, просто нет, вы не играете другую версию. Игрок сломал, улетает, все, сломал шерифа, тем более вы не должны считать, что 5 может быть красным игроком. Если он красный игрок, 3 в 3, пофиг, закончили игру. Не считайте, что 5 красный, 5 100% черный. Теперь, у нас какая ситуация между 5, 7, 8, 10, тройка черных. Это то, что я сказал и пятерки показал. Тройка черных между этими игроками. Он перевирает мою речь один раз, перебрал второй раз. Все, 5 точно черный. Если до этого он был вероятно черный, сейчас точно. Теперь, почему 7 красный? Он поставил руку на попил. 2 ставила руку на попил и 7. Представьте, что 7 черный. Вот 7 черный, а 8 красный, запутавшийся красный. Он берет спокойно, доставляет 3 в 3, закончили игру. У вас 2, 3, 7 красные игроки. Точка. Вы выбираете по-любому, хоть 8, хоть 10, но выставляете только одного игрока. Если выбрали снять 8, снимаете 8. Выбрали снять 10, тот, кто сейчас открывает круг, выставляет 10, снимаете 10. После этого выставляете 8, снимаете 8. Не надо много выставлений. Господин Ведьмак оставит красного и черного под протокол двоих. Красный под протокол, 7 красный под протокол. А двоих можно? Вообще великолепно. Не, одного. 7 красный под протокол, 10 черный под протокол. Ага. У вас команда сложена, игра простая, отталкиваясь от слова 5. Не рассматривайте вариант, что он страховал, еще эти. Если уж страхует, то уж точно время. Спасибо. А стол открывает господин Дивергент, игрок номер 3.
Так, выставляю 10. 10 принято. Госпожа Мирабель, а вы можете мне объяснить, как вот он говорит? Я просто это не понял. Если так было, просто один аргумент не нужен. Почему вы... 7 я видел, как попилили. То есть я видел, как 7 попилили. А почему вы попилили? Почему 2 и 7 сказал? 2 и 7 попилили? Скажите мне, просто скажите. Я готов принять цвет Ведьмака по поводу вас. Просто один аргумент не нужен для этого. Но сейчас я уверен, что 7 красный 100%. Я уверен, что между 10, ну, 10 и 8 черный, все у нас. А у нас гарантированно между 5 и 9 был черный, так как 3 не случилось. 4 застрелили. Потому что 5 говорил, что 3-4 любого убирайте, они точно черные. Ой-ой-ой, сейчас подождите. 10 секунд у вас еще, и вы. Что значит, что 7 секунду? Подожди. Сказали 10 секунд. Нет. Тайм-аут. Я думал, 10 секунд заканчивается. Дальше ждем. Потом мы приходим на матч. Да, потом люди боятся приходить на матч. 10 секунд. Ваши. Объясните, почему 7 попилил. Ну как, почему? Это что вообще? Ну, вы же, ну, то, что я сказал. Блин, не ваша речь. Ну, фол у меня один. Один? Я повторил, ну, вы сказали тайм-аут, я не понял. Я сразу все, все. Десять секунд. Если, да, все. Если 7-5, то первые 4 руки ушли в 9. Он в любого другого, в 3, кто там еще был выставлен, кроме меня еще, кто был выставлен, сливает свою руку, уходит у него 9, если он, а он ставит свою руку в 5. Он не может быть в 5 вместе. И у вас время, спасибо, минута 7. Сыграет аккаунт 10. 10 выставлен. Значит, я на самом деле на все купил, тоже не понял. Почему Ведьмак об этом говорил, что вызов для постороннего игроку, я надеюсь, на речь. Да. Вторая будем заканчивать игру, может, я пойму. А не помню, что попила. Тоже, мы уносим 10-8. Это только если железно 2 и 3. А если мы унесем 10-3-8, может, это будет безопаснее? Первый, ой, второй игрок. Подожди, уносим 10, у нас остается 4. Стрельнут, будет 3. А, если тогда... Я понял. 10 секунд. Просто мы типа и железно играем версию 4 игрока и уносим 10-8. Да, 4-4. И у вас время, спасибо, минута 8. Насчет попила, как по мне, только если спасал, то только... 7, просто 2 сразу обозначила то, что она будет голосовать 9. На своей речи она когда выставляла. А 7, ну не знаю, мне кажется, просто все поставили, как поставили. Вот, тоже я не очень поняла. Мне просто не очень подходит такой вариант, потому что, ну, для меня просто вот тройка, допустим, определилась всем, что у него пятерка точно черный. Для меня непонятно между 5 и 9. То есть один орал, вторая ничего не сказала, просто ушла. Поэтому... Я не понимаю, у меня спокойно может быть вариант, что вы, допустим, с 9 у меня, да, 2 я считаю красный, и кто-то между 7-10 у меня остается, тоже непонятно кто. Поэтому я выставляю 3 сейчас. Принято 3. Мне не очень понравилось. 10 секунд. Все равно десятка стоит, поэтому какая разница, мне не понравилось, как поговорил 3. Вот, и я не уверена, что 5, допустим... И у вас время, спасибо, не продолжайте, минута 10. Выставляю 3, выставляю 7. 7 ну, принято. Подозреваю 3, почему? Потому что 4 сказал аргумент, что 7 спас, попил, 7 попилил. 3 озвучивает этот аргумент. Я вас спрашиваю, почему? Ну, не знаю. То есть вы говорите аргумент, вы не можете его объяснить, и просто из-за этого аргумента, который сказал другой игрок, у вас поэтому 7 автоматически становится красным. То есть вы не объясняете красноту 7. 7 просто не поставил руку. Это что, он попилил? Нет, он просто был за другого игрока, поэтому не поставил руку. Это не значит, что он попилил. То есть краснота 7 не обоснованная. А то, что 3 подтверждает красноту 7 не обоснованным аргументом, делает 3 для меня подозрительным. Поэтому я считаю, что сейчас должен видеть игрок номер 3. Скорее всего, 3-7 это оставшиеся двое. Кто был между 5-9, непонятно. 9 не поставил, 5 поставил, после этого 9 опять поставил. Кто угодно между ними может быть черный. 3-3 не наступило только потому, что подняли обоих.
Поэтому 10 секунд. Я выставляю 3 еще раз, считаю, что сейчас должен уходить 3, потому что нету никаких аргументов, ничего. Просто взял за основу. И у вас аргумент. Время, спасибо, минута 2. Оставляю 10. 10 выставлен. Значит, 4 красные игрок у вас. Он оставил завещание, что 2, 3, 7 красные, между 8 и 10 получается от 1 до 2 черных. Мы рассматриваем версию, что 8, 10 в 2 черных, потому что мы не рассматриваем версию, где 5-9 вместе черные. Правильно? 5-9, мы считаем, что там 2 черных ушло? Нет. То есть один черный ушел, между 8-10 кто-то сидит один. Да? У 3 были какие-то красные ходы. 3 завещан красным игроком. Потом по завещанию 4-го игрока говорит, выставляйте одного какого-то игрока и не выставляйте слишком много. 3 выставил 10, 7 не выставил никого, а потом пошли дальше выставления 8 и 10. То есть я по вот этому я склоняюсь к тому, что 8, 10 это 2 оставшихся маха. Потом для вас говорю, я сразу сказала, для меня ломало 9. У меня сломавший уходит, все верно, я не спорю, но ломало для меня 9, поэтому 9 для меня уходит. И у вас время, спасибо. И мы переходим на голосование. Убрали руки, локти с игрового стола. На голосовании игроки. 10, 3, 7. Голосуются в порядке 10, 3, 7. 10. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 10? Не убирайте руки, пожалуйста. Спасибо. И 3. Спасибо. Спасибо. 3. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 3? Спасибо. И седьмому игроку не уходит голосов. Игрок номер 10, ваше крайнее право оставить одного красного, одного черного. Так, ну, я красный, у вас, скорее всего, сейчас 2-2. Сколько? Один красный, один черный? Да. 3 черные под протокол и 2 красные под протокол. Принято. Теперь смотрите, у вас просто сейчас, скорее всего, 2-2, не знаю, 3-7, наверное, черные. Так я уже оставил, вы можете сказать. То есть то, что я пытался объяснить, то, что нету обоснованной красноты 7. То есть 7 ничего за эту игру не сделал. Его назвали красным, потому что он, видите ли, спас попил, да? Но он не спасал попил, он просто поставил свою руку в того игрока, которого он подозревал. Это не называется. Я тогда тоже спас попил. Я вот больше подозревал 9, я спас попил, я поставил 9. Так почему меня сносит? То есть да, это не и то, что 3 берет этот... необоснованный аргумент, чтобы хоть как-то подкрепить красноту своего 7. То есть поэтому меня наткнуло, что, скорее всего, черная команда 3-7, кто-то между 5-9. То есть, кто с вами был, 5 или 9? Я думаю, 9. Ну, Кусова, почему не сказать? Ну, поэтому, вот, в принципе, все сказано. Все. 10 секунд. Все, спасибо, класс. Спасибо и вам. Мы прощаемся с игроком, и город уходит в ночь. Стреляли, попали, ночью был убит игрок номер 2. Госпожа Мирабель, ваше крайнее. Просто снимаете 8 тогда и все. Ну, а кто у вас черный? 3, ну, 3 завещан красным, 7 завещан красным. Ну, смотрите, очень трудно играть, когда 7 скипает речь по нулю. Девятая тоже ничего толком не говорит. Девятая ломает, будучи, как я понимаю, красной, наверное, если пять, тогда черный. Ну, я не знаю, ну как тогда играть? Ну, можно пытаться там что-то вот вытянуть по какой-то вот логике, что ломала. На самом деле 9. Я вам вот, ну, просто вот признаюсь, у меня чесались руки поставить руку вместо нее. Я просто, у меня не такая реакция.
потом 8 активировала, попил по нулю, но опять же нормально, было за что, потому что 7 ничего не сказал. У меня 8 как раз по нулю не было претензий, у меня были вопросы больше к 7. И у вас время. Спасибо. Попрощаемся с игроком. Добро пожаловать в угадайку, которую начинает игрок номер 7. Пока игрок номер 2 не ушел. Вставляю игрока номер 8. Принято 8. Я отвечу. Я на самом деле, правда, неприкольно получилось, что ничего не стал скипнуть речь. Но я просто, правда, там, я бы ничего нового не добавил. Я просто промазал бы какую-то там, 30-40 секунд. И просто половину из них бы промолчал. Я не думаю, что это было бы как-то полезно. Все, мы тогда вносим 8. Спокойно, да. Я вспомнил, кстати, почему я люблю приходить на мафию. Это не особо сильно я здесь развиваюсь, что-то я играю слабовато, уже год вроде как, но все равно как-то бывают затупы. Но что мне, да, здесь нравится, это то, что это очень часто бывает смешно и забавно. Но эта игра вообще такая веселенькая, прикольная. Как говорят, совершенно последняя игра у нас трэш. 10 секунд. Наверное, да, сейчас сколько минут. Вот поэтому просто весело. Поэтому мне нравится здесь сюда приходить. Каждый раз прихожу. И у вас время, спасибо. Минута 8. То есть вам нравится смотреть, как люди одну друг на друга почти там дерутся. Это вам приносит какое-то некое удовольствие, да, доставляет. Выставляю 3. Я очень рада, что Ведьмак оставил завещание, но в его завещание вхожу я, а я красная, да. У меня просто получается команда 3, 9, 10, потому что 5 я не вижу таким черным. 9 для меня сломало, 9 и не говорила толком тоже ничего. 10 ужасно сейчас поговорил, когда уходил. Я считаю, что последний черный — это 3, потому что 7 я считаю красным. И Ведьмак, видимо, каким-то образом посчитал, что 3 у него красный, поэтому он оставил, что между 7, 8, 9, 10 сидит тройка. Но он как бы в двух попал в 9, 10, я считаю. И, конечно, тройка будет голосовать в 5, чтобы не ставить руку в свою черную 9. Это логично. То есть я понимаю, почему вы так делаете. И для меня, естественно, 3. Я очень рада, что Ведьмак оставил завещание, но у меня команда — это 3, 9, 10. И у вас время, спасибо, минута 3. Ну вот вы мне сейчас просто игрок номер 8. Вы мне не оставили никакого варианта, кроме как играть. Потому что, смотрите, ну если вам не интересно, то игрок номер 8 не интересно. 4 завещания, что вы черные. 2 завещания, что вы черные. А сейчас вы берете и говорите, что 7 точно красный. Для них тоже 7 красных. Почему вы со мной разговариваете, если вы 7, меня считаете черной, 7, объясняете мне? Второй фол. Я еще мог сомневаться до вашей речи. Сейчас я не сомневаюсь, что вы черная, потому что для вас 7 стал третьим красным завещанием подряд. Каким образом вы можете сомневаться, если это по вашим третий фол. Поэтому я даже на 8 черных. Все, что не продолжайте, у вас 3 фола. Понял мою мысль? Что она, получается, тоже делает тебя четвертым красным завещанием. Я не играю в 7, ни в какой ситуации. Для нее ты точно красный, для нее я точно черный, поэтому я даже не восставляю. Вот была моя мысль. И у вас время. Спасибо. И мы переходим на голосование. Убрали руки-локти с игрового стола. Руки-локти убрали. Спасибо. На голосование выставлены игроки. 8-3 голосуются в порядке 8-3. 8 кто за то, чтобы город покинул игрок номер 8. Спасибо. Это игроки 3-7. И ваш голос уходит третьему игроку. Госпожа С, ваша крайняя. Я не знаю, чем вы слушаете. Я вам только что объясняла всю минуту. Почему у меня 3 черный игрок? Что говорит 3? У меня еще были сомнения, кто между 7 и 8 может быть черным, но вы, игрок номер 8, защищаете 7, говорите, что он красный, у меня точно не остается сомнений. Перед этим говоря о том, что у него 2 завещания в то, что я черная могу. И вы ставите с ним руку. Ну, 3 черный. Конечно, его слово будет сильнее, потому что он говорит последнее, я, ну, понимаю. Но когда я вам объясняю, почему у меня игрок черный, а он говорит, ну, у меня как бы вот есть 2 завещания, где ты точно черная, но я еще думал, но вы сказали, что у вас 7 красных, я секунд. Буду поэтому голосовать вас, и вы ставите с ним руку. Это странно. Спасибо, пас. Спасибо и вам.
Попрощаемся с игроком. Я поздравляю город с победой. Да, хорошая победа. Блядь. Счетная игра, правда. Правда счетная. Это счетная игра. Кто сломал, улетает. Не страхует по нулю. Не страхует никогда. Подстраховал, улетает. Не подстраховал. 7 улетает. После этого 9 мы сносим в девятки не без проверок. То есть... Без вариантов. Всем пока. Это не важно. Девять, ты поставила руку, оно близко при девятерых. Не надо страховать. Подстраховал, сломал, улетел. Не играется версия, что это было. Да, я тоже спрашиваю. Потому что это... У тебя не было возможности, да. Но это нельзя.